университетом. Губернатор Югры Наталья Комарова поможет исполниться студенческим мечтам. В Татьянин день глава региона провела онлайн-встречу с учащимися и подвела итоги акции «Счастливый билет», вытащив 3 послания от студентов, в которых они рассказывают о своих мечтах. Так студентка Нижневартовского нефтяного техникума сможет съездить на Байкал, а учащаяся Нягинского технологического колледжа – Санкт-Петербург. Еще один счастливый билет принадлежит студентке Югорского госуниверситета, которая мечтает встретиться с главой Лукойла Вагитом Алекперовым. Приветствуя студентов, губернатор округа рассказала о югорчанах, которые достигли больших успехов. В их числе победитель Олимпийских игр Максим Храмцов. Напомню, студент Нижневартовского госуниверситета на главных летних стартах 4-летия выиграл 1-е золото в стране под хэквондо. Еще одна югорчанка отличилась на паралимпиаде в плавании. На своих дебютных играх четверокурсница Сургутского мединститута Анастасия Гонтарь выиграла золото в личном заплыве и серебро в комбинированной эстафете. Студенткам Югорского государственного университета Ильгиза Хабибуллина, лауреат стипендии правительства Российской Федерации в 2021 году. Студентка первого курса магистратуры по направлению химия Югорского государственного университета Сания Тесаева, финалист Всероссийского инженерного конкурса, который проводит Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.